Так, доброе утречко. Чё, здесь спал, что ли, всю ночь? Непонятно, чем занимался, я так понимаю. Так, где там птицы, как бы, перл, не перл? Так, все, пойду отсюда, погуляю на улице, так сказать. Стоя поспал, молодец. Так, сюда же я не могу пока зайти, да, не могу. А что, я это в прошлый раз пропустил, почему же, интересно? Так, заперто, все, давай, пошли отсюда. Пошли, давай, уходим отсюда, просто берем и уходим. Блин, вон эта птица стоит. Здравствуйте, у вас тут как, все нормально, все хорошо? Так, а я сюда заходил? А то я что-то не помню, чтобы я сюда заходил. Пицца тайм. Слушай, а вот эта фигня же как раз перевернута. Блин, ты что меня так пугаешь-то, птица, а? Может быть, то, на что я указываю, может быть, это и открывается ящик, например. Ну, может быть, конечно, и нет, я так просто предположил. Так, а это я куда? Тоже куда-то, видимо. Это я в тот дом. Я понял. Так, ладно. Так, давай его, допустим, оставлю на луке. Здорово, птица, ты чё делаешь? Ты думаешь, что ты баскетбольный мяч? Ничего, если она меня поймает, я точно буду сам как баскетбольный мяч. Так. Наверное, пойду, пройдусь, прогуляюсь немножечко. Блин, я прям максимально думаю каждый раз, что она сейчас побежит на меня и будет делать мне плохо. Так, вот да, это реально, это так работает. Эй, да ну, блин. Я иногда не совсем понимаю, как это работает. Да ну. Все здоровье просто на ровном месте. Тоже мне экономия патронов. Так, его может быть приклеить. Так, следующий у нас грибной идет. Хорошо, ладно. Блин, она меня реально каждый раз прям немножко поднапрягает, я бы сказал. Так, грибной, да, следующий. Так, а может быть мне просто съесть шоколадку? Чтобы у меня была энергия, чтобы я был очень-очень сильно энергичный. Так, давай, побежали до грибного. Так, грибной у нас есть. Да ты чё, мать? Блин, взяла за мной, побежал. Чё они меня пугают? Чё они здесь вообще собрались своей толпой? Непонятно, чем занимаются. Вызывают там кого-то. Так, грибной. Это ж буквенный блок. Это вот туда вниз надо. Там, видимо, нужно будет какое-то название набрать. Так, иди сюда. Да чё вы такие живучие-то? Да ну нафиг, а! Спокойно бы лучше... Как он эпично все-таки улетел-то, а? Так, ладно, дверной блок у меня есть. И у меня есть опасность. Я пару раз сэкономил, называется, патроны. Потерял больше всего. Так, вот это у нас что? Вот это что такое? Что это нарисовано? Это монетка, это шар для боулинга, это... Пицца. Я не знаю, что это такое. Так, двери лучше не открывать здесь. О. Так, еще один блок. Я понял. Так, то есть только вот эта дверь, это чтобы я зашел прям внутрь. И вот эта дверь. Так, а больше нигде здесь, да, нет нифига? То есть вот эту штуку надо теперь. Ну давай, сходим. Сходим, прогуляемся, конечно же. Здравствуйте!
Не надо так орать. Ты вообще птица, все нормально? Ты вообще чем хочешь занимаешься здесь? Она просто по фану гуляет, такая, нормально. Пойду, говорит, дальше, говорит, куда-нибудь. Так, а что здесь должно... А, вот рыба есть. Ну, вот что это такое? Так. Теперь вот эту штуку и все, замечательно. Так, приклеивайте, пока никого не собираюсь из них. Вот здоровье бы лучше себе поправить. И мне нужно эти буквы ставить. А может отойдешь отсюда, птица? Извини меня, конечно. Я просто не понимаю, она меня будет атаковать или нет. Ну, она очень странная какая-то. Что здесь должно быть написано? А, то есть мне даже не надо ничего это заморачиваться. Это само все. Ну, ставится, по крайней мере, на какие-то места. И что должно быть здесь написано быть? 8 букв. Я без понятия, если честно. Честно, без понятия вообще. Так. Ладно, мясо поставили это. Останется только поставить пиццу и найти, где же этот шкафчик с пиццей у нас. Пицца. Нельзя не насладиться. Опасность для здоровья у меня, значит, да, вот так вот мы, значит, зажили. Бодрящий напиток. Да подожди, мне этих напитков-то уже сколько штук. Они же лечат меня, правильно? Да. Ну что, я тогда выпью? Да, да, все отлично. Вот, итого. Что мы имеем? Я не вижу последний этот. Спрятанный шкафчик. Который с пиццей. Он находится, скорее всего, где-то на улице. Вообще, что я ищу? Я не знаю, что я ищу, я что-то хожу ищу. Так, а здесь же здоровяк был. И, кстати, он как тут поживает? Он вообще ушел куда-то. Ну, просто блок здесь лежал, понятно. Так, но я зато быстро бегаю. Я очень быстро перемещаюсь, бегаю. Ничего я не найду. Coin Laundry. Так, окей. Заколочено намертво. Значит, надо переместить на пиццу. На пиццу перемещаем. А где находится спицы-то? Так. Что я должен здесь собрать? Ну ладно, я когда их все соберу, тогда я и буду думать. А думать мне нечем, потому что мозгов у меня нету, поэтому вот как-то... О, все вот так вот происходит. Каждый раз что-то захожу, что-то новое где-то нахожу здесь. Ну я, конечно, молодец вообще. И они сейчас все отетывались. А что здесь проход вообще был? Фига себе дела. Ну они по-любому уже встали по новой. Молоток есть. Так, а это этот магазин. Ага, я понял. Рычаг есть. Так, и там, наверное, буква как раз одна есть. Так, я понял, хорошо. Хорошо, ладно. Нифига себе, вообще какой-то проход нашел. Непонятно куда, непонятно зачем. Что, если встать на крестик, то мне на голову, да, на это что-нибудь упадет? Возможно, новый мозг. Так, а вот сюда я к этой тоже тогда приходил. А вот эта дверь тогда куда? Так, это... А, я в магазин не могу зайти, я могу спрыгнуть только отсюда. Вон, ну как, вот ты смотри-ка. Хей-хей! Здорово! Что, все, отбегал свое? Так, вот, у меня теперь есть оранжевый ключ-квадрат.
самая важная вещь, которая мне нужна была. Так, теперь я дверь открыл. Оранжевый ключ квадрат. Теперь я смогу заходить в квадратные двери. А, то есть я куда его скидывал, там и появляется. То есть если раньше он был на крыше, то теперь я его скидывал. Тут снизу у меня стоять, что ли, будет постоянно. Тут у них вообще, смотрю, какая-то прям жесткая своя атмосфера идет. Так, ладно, я пойду, наверное, в эту тогда зайду. Сюда. Там точно есть двери с этим, с квадратным. А вот, да-да-да, все верно, что началось-то сразу? Открывается оранжевым ключом квадратом. Так, монетка это хорошо. Так, еще одна буква. Значит, надо найти все буквы нам. Я здесь просто не хочу никого связывать, потому что они, в принципе, так находятся, и мимо них можно так пробегать на самом-то деле. И надо будет еще понять, что за слово там надо указать, чтобы было, так сказать. Так, я, наверное, все-таки вот так вот, да, сделаю сейчас. Какие у меня волосатые руки-то, а? Самые волосатые руки. Так, красный, квадрат, хорошо, есть квадрат у меня. Так, здесь больше ничего, да, нету? Почему-то думал, что в записке будет что-то написано. Ну там ничего не написано, потому что мне никто не пишет. Вообще я телевизионщик, что я вообще здесь делаю? Чем я занимаюсь? Почему я хожу, борюсь с какими-то куклами? Я не мог просто уехать, мне действительно так сильно нужна эта работа. Так подожди, это тоже сверху слетело, что ли? Что он здесь? Так, стой. Может тогда наверх не так идти? А здесь пройти? Сейчас просто вправо уйду, чтобы наверх не подниматься, и там я сверху выйду. Вот, мне надо с этой разобраться. Да, и снизу здесь все осмотреть надо, вот что мне надо. Стоять, боец! Да... Ой, как ты мне надоел, а? Так, все, ладно, с тобой справились. Так, я выходил тогда... О! Из этой двери я выходил. Это второй этаж. Так, значит, мне надо будет еще наверх подняться. Я понял. Блин, ты что так висишь? Ты что меня пугаешь? Ты тебя вообще как зовут? Привет, малышка. Хе-хей! Зафига себе, они очень какие-то жесткие прям. Подожди, а я здесь пройти не могу, что ли? А нафиг я вообще тогда с ним дрался? О! Потратил 5, чтобы заработать 2. Серьезно? Только я могу так делать. Я думал, что здесь проход есть. Вот, чтоб здесь походить, а я не могу туда. Так, ладно, понятно. А здесь вообще буквы тогда где-нибудь есть или нету? Где-то я явно ее немножко пропустил. Так, мне их связывать нафиг не надо. Здесь вообще, в принципе, можно никого нафиг не связывать. Подкопите потом в каком-нибудь месте, где я буду часто ходить, их связывать. Ну, вот этот вот эффект... Ау! Эффект накопительства. Так, ну вот это я вот отсюда. Ну, то есть я вниз вообще, да, не могу сюда попасть. Замечательно. Поздравляю, Леха, ты дурак. Так, ладно. Сейчас я тогда выйду через эту дверь. Ну все, ну точно, вот, да. Вот, ну, я ничего здесь не вижу, по крайней мере. Почему я еще бегаю сам с собой разговариваю? Потому что в голове моя пилки не беда. Да-да-да-да-да-да. Не, ну все, нет ничего. Ну, я думал, может, я обычно что-то где-то прослепошарил, как я люблю, конечно же. Ну, вроде ничего нигде не прослепошарил. Так, пойду в эту дверь, я сейчас... Че, угораешь, что ли, надо мной, нет? Нафиг... Я еще специально думаю, ну ладно, хорошо, ее убью, чтобы проверить. Чтобы это... М-да. М-да. Бим-б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 им
Да вы что там, все толпой здесь, что ли, собрались или что? Так, что-то две горит. Что это? Что это горит? Надо будет потом понять, что за слово. А первое слово дороже второго. А где качок отсюда? Вот здесь качок был. Блин. А как мне туда пройти теперь? Птица, ты давай либо туда, либо сюда. Ты давай как-то уже определись в этой... Ай! Да ты чё, а? Ой. Птица, уходи. Да что тебе надо от меня? Опасность! Опасность! Фига себе они какие! Вообще просто взял, пришел, меня схватил. Я вообще его трогать не трогал даже. Что они себе позволяют постоянно? Позволяют непонятно что. Так, у меня осталась вот комната всего одна. Так, давай я и полечусь. Все, спасибо, спасибо. Рад за вас, все. Всем доброй ночи. Птица, уйди, дай мне одну дверь надо всего. И потом ходи здесь, видимо, блуждать в других местах. О, отлично, птица ушла. Да иди ты нафиг, я с тобой не буду общаться. И где пицца находится? А куда здоровяк делся? Нифига, он за мной прибежит. А чё ты за этот? А ты чё ты здесь-то делаешь? Да вы отстань от меня! Все, давай, давай прощаться. Все. А еще одна рыба есть. Так, хорошо, еще есть одна рыба. Я это запомню. Так, буква еще одна. Так, еще изолента есть. Это хорошо. А вот этот откуда говорит? Так, рыба, рыба, рыба. Надо будет запомнить, что рыба. И то есть... И входов других толком нету, да? То есть... Вот, а на нижней, с той стороны нет ручки. Здесь нет ручки, то есть я с одной стороны только могу зайти, с другой не могу. Может ее связать тогда в натуре? Все, давай я тебя свяжу. Вот, все, лежи здесь, занимайся там чуть-чуть своими делами сам собой. Подожди, а вот эта дверь... А, это у меня в этот, чтобы сверху спрыгнуть туда вниз, все, я понял. Ага. Так, значит, я где-то упустил. Здесь больше ничего нет интересного? Нет, вроде больше ничего нет интересного. Да ё-моё, да чё у вас здесь такие банды-то? Птица, уйди отсюда, чё ты там показываешь свою синицу? Все, пошла куда-то. Молодец, птица. Так, вот этот я не открыл, потому что я не знаю, где ключ находится. Что я еще не открыл? Так, рыба, ладно, надо еще одну рыбу. Здесь я был. Не знаю, что за слово там надо набрать. Пицца тайм. Подожди, а этот вход куда ведет? А, это я на первом этаже выйду, там, где я сейчас связал на втором. Да, я не пойду сюда. И все, а чё, где я найти-то не могу? Где я опять слепошарю? Может быть, мне надо отсюда выйти? Вообще, может быть, отсюда надо выйти? Может, там где в другом месте есть квадратная дверь? Это вполне вероятно. Так, это не открывается. Я же просто забыл, что там сзади.
А, нет, 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 нет. Значит, все точно здесь должно находиться. А чё, кого, где? Где, вот где дальше искать? Еще две буквы надо. А, ключ. А, ну да, вот здесь даже указано кей от этих. Ну, я взял ключ от этих. Что-то не понимаю, что дальше-то мне делать надо? Здесь еще надо какое-то слово набрать. Не совсем понимаю, какое, правда. Других ходов нету. У меня еще двух штук нету, не собрано. Так, это... Да ты надоел мне, что ты бегаешь вечно за мной? Иди за кем-нибудь другим побегай. Все, давай, до свидания. И здесь ключа нету. И что делать-то теперь? Смотри, где я что и просыпошарил, так сказать. Ну, видимо, так. Монетки, монетки, это все понятно. Так, надо подумать. Там у меня на втором этаже тоже никуда выхода нет особо. Кажется, это для почты. Ну, хорошо. Мне от этого ни тепло, ни холодно. Какой я? Чё ты за мной бежишь? Не надо за мной бегать. Это опять там стоит. А, вот, вот, вот квадратный. Все вижу. Братан, у тебя все нормально? Ты как-то выглядишь не очень, я тебе скажу. Вон этот квадратик один. В смысле, он живой, что ли, или чё? В смысле, меня это немножко пугает. Ты чё, а? А я прям-то знал, что сейчас какая-то фигня. Тупая кукла. Так, у меня есть еще один квадрат. Итого мне остался последний. Вот это что за переход? Тут пройти можно или нет? Иди сюда. I'm a friend. Да ты мне такой себе френд. Давай, все, расходимся с тобой. В расход пошли. Один этот я пропустил. Я просто в этот сейчас пошел. В рыбный. Так, а где? Подожди. А где у меня фигня с рыбой-то висела? Здесь же где-то была. А, вот она. А это что такое? Очки? А зачем мне очки? Очки с пластмассовыми зрачками. Что-то я, видимо, с ними должен сделать. Скорее всего. А что я могу с ними сделать? Так, вопрос. Где взять последнюю букву? Скорее всего, мне нужен ключ. Где вот, где я пропустил? Либо ключ, может быть, где-то пропустил. Хорошо, что я эту мадам связал. Так, это я просто выйду сюда, на задний двор. Где у нас ничего нету. Я немножко запутался. Так, здесь еще раз, что у нас? Здесь просто подъем наверх и все, да? И... А, рычагом я снизу открыл, чтобы взять там ключ. Понятно, понятно, допустим. Одна буква всего, вот одна буква у меня про... А может быть у меня типа все буквы есть, может быть там и не надо еще одной буквы? Может типа все вообще нормально? Открывается оранжевым ключом. Это я оранжевым ключом сразу мог открыть. Фига себе, я молодец. Ну ладно, я, по крайней мере, решил проблему. Так, и какое слово мне здесь надо собрать?
Я просто боюсь сегодня разговаривать, мне такое чувство, что сейчас подойдут, меня схватят. Так, отлично. Это все... А, просто neighbor слово. Я даже не знал, что я набирал. Просто смотрю, ниже эти загораются, и все, значит, понятно. Так, отлично. У меня теперь есть письмо, которое я могу отправить куда-то. Че, меня тоже могут куда-нибудь отправить. Так, письмо давай отправляем. Ага. Да ты чё творишь-то? Да, короче, я зайду в дверь. Рычаг, а чё? Рычаг. Может быть, теперь получится попасть в другую часть студии? Рычаг где-то нужен был, я прям точно помню. Прям точно помню. Было какое-то место, куда нужен рычаг был. Типа, это место для рычага. Только где это было, я вообще без понятия. Так, все, я пошел отсюда. Рычаг. Там еще сюда можно вставить рычаг. А где это было? А что, ночь настала, что ли? Уже нифига себе, погулял. А мне еще домой не надо, что ли? У меня что, ни семьи, ничего, никого нет, что ли? Вон грузовик мой стоит одинокий. Место для рычага. Офис. Где-то вот точно было место вот такое, типа этого. Сюда можно вставить рычаг. Только где это было, фиг его знает. Ну, сейчас посмотрю везде. Может быть, где-нибудь найду. Может быть, найду, может быть, не найду. Я без понятия. Здесь вообще показывают, иди в подвал. А, вот. Вот место для рычага. There we go. Вот так. Опа-на! Так, обратно этим путем уже не вылезти. Так, отлично. Знакомое всем место. Это хорошо. Хорошечно. Так. Божечки, да ты же застрял в подвале! Как мне отсюда выбраться, Рики? Без понятия, я ни разу сюда не спускался. Кстати, а ты чего такой взъерошенный? Пытаюсь попасть на крышу. На крышу? Ну чего ты там забыл? Тут внизу куда интереснее. Воздух какой-то по-особому затхлый. Кстати, знаешь, Стишок, я пришел к тебе с предметом, он тяжелый, он упал. Намек понял, что дальше? Рэй, конечно же, у нас типичный монстр-уборщик, но больше всего его интересует, скажи там, так, уборка органики. Есть у него дурная привычка выскакивать из трупа, голодить людей разводным ключом. Просто блеск, у вас тут все куклы накрылись. Ну, Рэй всегда был склочным типом еще до того, как шоу закрыли, потому-то его и перевели сюда. Все равно наверх можно попасть только на лифте, а он до сих пор не сообразил, как пользоваться им. Лифт, значит, язик. Ой, вот я растяп, совсем забыл про лифт. А вообще, Гордон, я бы не рисковал. Тросы наверняка заржавели, сомневаюсь, что он вообще запустится. Я рискну. Ого, какой ты смелый вообще. Слушай, мне пора, надо голову помыть. Я ведь носок. Почему я реально разговариваю с носком, в смысле? Так, все отлично. Так, это куда? Так, а здесь я, наверное, часто, да, буду ходить по-любому. Так, отлично. Так, тебя я, наверное, свяжу. С тобой, ладно, мы разойдемся как-нибудь. Так, все. А вы что, можешь сидеть, а? Так, это у меня куда дорога? Так, это вот сюда, да, у меня дорога, значит, идет. Я понял, я все понял.
Так, всем сотрудникам, до времени проведения работы о новых сценах. Данная защитная дверь будет запираться с помощью комбинации на перфокартах. Чтобы открыть дверь, ставьте соответствующие перфокарты на 3 терминала. В случае утраты перфокарт используется машина для формирования новых. Это все понятно. Я все понял. Так, давай-ка вот сюда прогуляюсь. Так, шкафчика у меня нет. Туда... Опа. Жетончики, жетончики, водичка, жетончики. Ой-ой, пошел, прошел прогресс. Такой процесс. Так, давай-ка. Так, засунем монетку. Застрахуем свою жизнь. Застрахуй, братуху, застрахуй. Все, отлично, давай, пошли. Так, а там куда это, что дверь ведет? А, это я пока не могу. Все, хорошо, ладно, окей. Я вас понял, я вас услышал. Может, это тоже связать сразу? Я здесь по-любому часто же буду ходить. О, она вообще что-то быстро отъехала. Ну, пусть они тут лежат, пусть они мне вообще никогда не мешают. Что ходить я здесь однозначно буду часто и каждый раз с ними встречаться такойсь. Кто там что говорит-то? Эй, кто здесь? Фига себе ты. Здравствуйте. Здравствуйте, говорю. У вас как дела? У вас там нормально все? Хорошо или нет? Так, здесь все, больше ничего нигде нет. Ну, я, по крайней мере, не вижу. Так, ну ладненько, давай ты. Фига себе, он как моментально свалил. О, кошмар какой, что это было? Да реально, а что это было? Я так и не понял, что это было, но явно это что-то было. Так, осмотреть. Ага, хорошо. Похоже, что чего-то не хватает. Так, допустим. Значит, я что-то где-то пропустил. Да вы что, мыши здесь сидите? Ты что такие толстые вообще? Вы где с жратвой столько жрете? Так, значит, я пропустил пока предмет один. Так, о, отлично. Мастерской Рейди. Сиф и Рикки входит в мастерскую Рейки, которая вся завалена огромной кучей мусора. Рей, ты где? Рей медленно появляется за грудой отходов, глаза уставлены в пол. Рей, в чем дело? У всех в домах потоп, в домах потоп. Сточные трубы забиты мусором. Рей нерешительно рычит. Понятно, что кто-то посмеялся, что ты работаешь сантехником, теперь тебе стыдно возвращаться к работе. Рей жалобно хнычет и кивает. Труба гремит и грохочет, выбрасывая очередную порцию грязи. Рей, если мы быстренько не устраним засор, канализация взорвется и уничтожит весь город. Рей, иногда над нами смеются, даже когда мы все делаем правильно. Такова природа людей. Не обращай на них внимания, ты лучше их знаешь, как быть дружелюбным. Так, у меня, значит, одной штуки, да, не хватает. А мне ее, кстати, не там надо было взять? Случайно. Че, валяетесь, лежите? Ну лежите, лежите, тут давайте связаны. Я же говорю, много здесь... Здорово, тебе что-то надо, нет? Фига себе. Фига ты страшный. Давай лезь назад в свою канализацию. Так, ладно. Наверное, не сюда, значит. Пойду в другое место схожу. И пойму, что я где пропустил. Рейс канализации. Так, все отлично. Давай сюда зайдем. А вот это место, оно всегда здесь было? У меня такое чувство, что его не было здесь. Ну, наверное, было, значит. Так, этих у меня нету. Это я потом с ромбом возвращаться туда-назад буду, что ли? Так, ладно, ты чем хочешь, но там и занимайся. Так, это куда? Так, отлично. Все осмотрим. Все просмотрим. Что найдем, что не найдем. Так, жетончики, жетончики.
Так, ружьишко. Беллетрист. В ящике для сюжетов нет места, размер 10. Ну замечательно теперь вообще, а? Пластиковые очки вот эти вот непонятные, куда мне их что девать? Чё вообще, чем я занимаюсь? Непонятно чем. Так, 10 клеточек мне надо, да? Так, изобретательский дневник Хэнка. Вчера остался в офисе на ночь, чтобы трубы не промерзли. Как раз успел довести до ума мой новый проект. Скорость ошеломительна, но буквы расходятся в море. Надо беречь патроны. Так, я тебя понял. Тын-тырын-тырын-тын-тын. Так, здесь все, больше ничего нет, здесь только ружье, да, это, которое мне не влазит, потому что мне надо 10 клеток, а у меня 9. Так. Что можно сделать? Можно, кстати, вот эти вот очки пластиковые, я не знаю, зачем они вообще, для чего нужны. Так, а если бы я, типа... Ну, пить тоже рано еще. Ладно, вернусь сюда потом. Главное не забыть. Ружье забрать. Заперто с другой стороны. Хорошо, я понял. Так, с тобой я не хочу ничего общего. А это реально выглядело, по-моему, по-другому. Все. Да как ты это делаешь-то? Так, тебе я, пожалуй, тоже свяжу на всякий случай. Да иди ты нафиг, я не хочу с тобой ничего общего иметь. Так, ладно, я пока здесь, можно тогда уж это, применить. Вот и место освободилось, кстати. Так, давай-ка здесь все поищем. Так, и смотреть, что у нас? City Tribune, четверг 16 августа 1973 года. Пиратская бухта кукол. Хит для всей семьи. По мере роста популярности франшизы My Friendly Neighborhood стало ясно. Появление сообразительных кукол Герцвальда на большом экране лишь вопрос времени. К счастью, их дебют оценен не только на юную аудиторию. Все аспекты фильма от роскошного раритетного реквизита до мелодичных музыкальных мотивов призваны создать атмосферу авантюры и азарта, способную влечь равно детей и взрослых. В центре сюжета приемник по имени Кларк в исполнении Джерри Лава, который вместе с куклами плывет на поиски сокровищ. Однако вскоре друзья узнают, что власть на корабле захватил грозный капитан Крокодил. И только Кларк с его отважными приятелями могут... Ну, что-то могут. Так, здесь... Здравствуйте! Вот здесь там что-то лежит. Да, вот эта штука. Все, я понял. Да ё-моё! Ты чё мне-то... Когда, ты откуда выпал-то? Ты чё там делал-то, а? Чё, починил всё? Нет, ты чё лежишь-то, расслабился? Давай, вставай, я работаю, ты работай. Чё за дела-то такие? Начались. Так. Здесь ничего не пропустил. Патрончики. Так, давай, пошли. Ну, сейчас я тогда могу зайти туда, чтобы эту штуку взять. Чё, валяйся тут? Ну, валяйся, давай, валяйся. Так, здесь цепь висит, это понятно. Так, здесь этот стоит. Ну, пойду этот заберу. Ружьишко, ружьишко. Место как раз появилось сейчас. Да ты мне надоел, размер 10. А я что-то еще, да, взял? Да, я же эту фигню взял. И нифига у меня места не появилось. Позвали. Поздравляю, Шарик. Ты балбес. Так, а вот зачем мне вот эти вот очки? А может их куда-то одеть можно? Так,
Вот эта штука пропуск мне нафига. Нафиг я его с собой таскаю вообще. Так, ладно, пойду менеджмент займусь. Даем. А, ну да, все правильно. В смысле, я его сначала еще не увидел здесь первый раз. Фига он тут лежит. Пугает людей. У тебя там все нормально, нет, а? А он, единственное, что-то сделать может или что? Я просто не хочу подходить, проверять, оно мне нафиг все не надо. Вот эти вот поворотики сюжета, так сказать. Че, тут валяете, сами собой разговариваете? Вот, значит, все нормально, ребят, здесь нет. Мне кажется, что вы так себя чувствуете. Чемодан. Чемодан пустой. Так, мне надо сюда сходить, чтобы все, что надо, мне забрать. Раз, два, три, четыре, пять. Так, все, давай. У меня есть эта штука. У меня есть штука. Какая штука? Вот такая штука у меня есть. Так, все, давай, вот сюда вставляем. Все, забираем. О, эй! Да нафиг ты мне не нужен? Френдли, френдли, френдли! Друг, 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 друг! Не, все, давай прощаться. Мне не о чем с тобой разговаривать. Если я не ошибаюсь, их вообще много должно было быть. Этот там поет здесь где-то опять. Так, ладно. Так, все, давай идем сюда. Угу. Так, что у нас там? Квадрат. Что мне надо сделать? А, подожди. Мне надо это. Так, квадрат это 2. Этот 1, минус 1, это плюс 6. То есть 3 квадрата. Так, подожди. Почему 3 квадрата? Так, 2 квадрата, треугольник мне надо. Вот что мне надо. 2 квадрата, треугольник. Так, вот это мне надо. Так, и чё? А, всё, я понял, надо просто вот так, да? А как мне его переместить-то? Туда. Алло. Мне в ящик надо положить. Я просто, я на каком-то ровном месте тут это убрать. Может быть, убрать надо? Да, убрать надо, все понятно. Так, давай вот это уберем еще. Вот это уберем. Шоколадку одну уберем. Очки, я не знаю, их может быть в этот надо оставить. На самом-то деле. Так, можно какие-нибудь вот эти еще убрать. Пока что. Так, ключ есть квадратный, это все есть. Все, у меня место вагон. Очки, мне кажется, может быть, это реально надо вот на эти статуэтки, которые в офисе, туда, может быть, надо ставить. А может быть и нет, я фиг его знает. Ну, они мне вот нужны пока, я вот здесь сейчас пока ходить. Ну, ладно, пусть будет. Шоколадка, не шоколадка. Так, что мне там? 2 квадрата, треугольник, да? Два квадрата, треугольник. Все, давай, поехали. Все, первую карту взяли, так, троечка, да? Запихали. Все, 3 часа есть, есть. Так, здесь 10. А, это, по-моему, вот так. Сейчас проверим.
Так, ага, 10 есть. Так, а здесь мне надо, видимо, 7. Это ж... Это все три разных. Ты-ты-ты. Так. Отлично. Я так понимаю, дверочка у меня открылась. Теперь смогу куда-нибудь пойти, чтобы что-нибудь где-нибудь найти. Фига себе, мне... Ого, интересно, насколько там глубоко. Фига себе, тут пещеры. Что-то я не помню, что пещеры здесь были. Прям реально не помню. Мне кажется, этого не было здесь. Так. И связывать толком нечего. Так, а может я связать тогда? Да иди ты нафиг! Да вы чё ко мне все прикопались-то, все банды, а? Сеньора ми! Фига я тут букв сколько накидал. Одного всего связал. Так. Мышь, не прыгай, мышь, не надо прыгать. Так, сейчас пока ни в какие двери не заходи, так вокруг походи, пока они все отъехали. Так, что у нас здесь? Нет питания. Мне надо на лифт этот попасть, мне нужно питалово для этого. Ну хорошо, пойду в другую комнату. Вот в эту сейчас зайду, я же вылезу и тут же на них опять нарвусь. Пока мне это не надо. И приклеить их нечем, а? Давай в эту дверь. Куда она меня там приведет? Так, у меня нет этих... Блин, здесь столько дверей этих. Так, здесь это лежит. Здесь что? Выход. Куда выход? Ну, я здесь вообще не был. Так, что, ничего нигде нет, что ли? Вторник, 17 июня 1975 года. Письмо в редакцию. Моя четырехлетняя дочь без ума от My Friendly Neighborhood, но меня пугают идеи, которые пропагандируют авторы этого шоу. Буквально вчера один из персонажей сказал: «Всегда думаю о других, а не о себе, даже если это неприятно». Ну что, если кто-то решит этим воспользоваться, зачем делать то, что тебе неприятно? Вдруг это причинит тебе боль и подвергнет опасности? Разве правильно вкладывать неокрепшие детские умы мысль о том, что свое благополучие можно пренебречь? Я хочу, чтобы моя дочь прожила полную счастливую жизнь и не позволила какому-то продюсеру с телевидения пичкать ее вредными советами. Думаю, впредь она будет смотреть какую-нибудь другую передачу. Так, что-то взял, что-то поднял. А, я не туда. Не, ну я это место тоже не помню, кстати. Куда иду? Зачем иду? А я иду, иду, иду. Я куда-то здесь приду. Так, что я ищу вообще? Что-то ищу. Что-то просто беру, ищу. А, здесь треугольник. Я понял. И это я вот так постоянно буду между этими бегать, потом вспоминать, где же была эта дверь, то есть возвращаться, чтобы открыть другую дверь. Я постоянно вот так между студиями буду гонять. Да, это не совсем весело. Особенно если там подзабыл что-нибудь. Да блин, а где ключ-то этот взять? Я забыл. Подожди. Так, это лодка. Лодка, которая меня увезет в этот. Так, я на ней потом проедусь.
Там открою. Чё, кого, куда и что еще не понимаю. Так, а здесь я выхожу с этой двери, получается. Я понял. То есть вот я напротив дверь, в принципе, и зашел. Так. Подожди, снизу закрыто, а здесь ничего нет, да? Блин, надо было на лодке все-таки. Так, ладно, на лодке я потом вернусь и плыву. Здесь какой-то проход я, видимо, потерял один. Да, вот здесь, где я зашел, надо было здесь дальше пройти. Так, 5 монеточек. Так, вот. Вот здесь надо было мне прогуляться, и здесь, скорее всего, что-то я где-то должен найти. Так, здесь ничего нету. Да по голове себе постучи. Вот, ключ. Друзья, кто-то постоянно таскает предохранители, которым нужны для открывания дверей. Так что мне пришлось убрать их в ящики в подвале. Вот карта их расположения на случай, если кому-то вдруг понадобится. Уборщик Хэнк. Все, отлично. Какой-то странный щиток. Все, я понял, я все понял. Теперь мы пошли. Все это дело искать. Раз, два, три, четыре, пять. Так, где щитки там? Вот щиток один. Подожди, у меня просто... Ну ладно. То есть это просто вот так будет работать? Типа я взял записку. Я что, записку что ли ставлю или что? Подожди, а что я с этим делать-то должен? А, молодец я, конечно, но... Предохранитель не взял, взял записку. Такой, думаю, что, записка предохранителем, что ли, будет? Наверное, это как-то не так немножко работает. Так, вот третий. Так, все, ладно, теперь можно идти отсюда. Теперь надо везде эти собирать. Ящики вот эти. Где, чё, кого, где, зачем они были, не знаю, не помню. Так, нет, не сюда, я сюда не пойду. Я пойду вот сюда. Вернусь на первую, там все обойду. Шкафы, не шкафы. Так, ну давай закину, чё. Чё бы нет-то? Чтобы у меня все было хорошо. Пошли отсюда, пошли. А ты что здесь делаешь? Welcome! А вас же не было здесь до этого. Откуда вы здесь появились? Да мне все равно вас перевязывать нечем, так что идите нафиг. Так, а здесь нет нигде этого щитка случайно? Во, щиток есть. Так, первый, ага, есть. Вот это на корабль как раз, наверное, сейчас. Да. Все, можно плыть отсюда. Все, я поплыл. На недельку до второго. Я поехал по говново. Замечательно, замечательно. Так, здесь тоже эта штука, да, есть. Лечебные процедуры. Так, магазинчик, магазин. Так. Изолента, изолента, это хорошо. Так, это куда у нас дверь выходит? А, это вот. А, вот как раз к ружью. Займемся писательством. Нажми, чтобы три выбрать беллетрису. Да типа он что-то типа дробовика у меня, я так понимаю. Так. Здесь щитка нету? Нет, здесь щитка нету, я не вижу. Так, мне надо всего 4, мне надо найти 2 щитка. Так, вот этот есть.
Молодой человек, вы там как? Как у вас дела? Чем занимаетесь? Так, один щиток точно здесь. Иди ты нафиг. Welcome, welcome. Так, тебе я все равно больше не вернусь, так что можно забить. И остался один щиток где-то. А он находится... Я знаю, где он находится. Я знаю, где он. Так, все, 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 давай, 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 пошли, 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 поехали, скоро мы приехали. Да ё-моё, ты мне надоел. Так, а в ту дверь мне как попасть? Не, что-то не совсем понимаю. Ну, наверное, позже попаду. Ха-ха-ха-ха-ха! Какие-то реально очень-очень странные ребята. Так, щиточек у меня здесь, я сейчас захожу, и слева на стене вроде бы есть здесь щиточек. Был, по крайней мере. Да. Отлично, все, я все забрал. Так, что, так пройти или так пройти? Да фиг знает, как пройти, ну как-нибудь пройду. Мы бежали, мы куда-то прибежали. Нафиг я здесь пошел вообще? Надо было назад вернуться и через лодку доехать. Мне кажется, это более безопасная дорога была бы. Ага, и тебе здорово, мать. Так, ладно. Ну, в принципе, я сейчас и выйду туда, куда мне... Куда мне надо? Я уже только думаю, нифига себе, еще щиток нашел. Вроде закончились все щитки. Так, это куда? Это не к лодке? Так, мне ж назад надо вернуться или нет? Да что ты ко мне прикопался? Что ты бегаешь за мной? Иди вот за каким-то другим побегай. Так, ладно. Так, может быть, я здесь успею проскочить? Да иди ты нафиг. Так, все, я, по-моему, пришел туда, куда надо. Все, все, по-моему, офигенно. Да, мне вот сейчас вот сюда идти и все. Оп, оп, кто молодец? Я молодец. Все замечательно у нас. Так, все, давай вот здесь все это дело вставляем. Дверь справа открыта. И проходим куда-то. И чё это? А нафиг я сюда пришел? Так. Бодрящий напиток. Здесь... А, вот! Да ты чё, издеваешься надо мной, что ли, или чё? Четыре. А чё, четыре нету, что ли? А повернуть нельзя вещи? Так. А как бы мне сделать-то? А четыре в какую сторону? Вверх, вниз? Во. Все есть. Что им надо? Нету им, что-то не хватает. Так, очки, наверное, надо тоже выложить. Что-то всякой фигни лежит. Батончик шоколадный. Не батончик. Там открой. Это сделай. Так, вот теперь я могу здесь, да, это открывать ими, да? Да. Могу, могу. Могу, умею. Молодец. Красавчик. Лучший. Вот, и сейчас я, наверное, приеду, получается. Как раз в той двери, которую еще думал, откуда она открывается. Все, вот она открыта. Сейчас выйду в главный зал. Это опять здесь сидит. Так, а мне куда надо сейчас? Мне надо в этот... Нет, мне не сюда надо. А как мне мимо него пройти?
Дай с него стрельнуть. Блин, понятно все с тобой. А ты можешь уйти? Ага, понятно. Вот так, значит, все дело работает, да, у нас? Этот проснулся. Здравствуйте, молодой человек! Как вы тут поживаете? Да если я сам сюда вряд ли уже возвращаться буду. Ну, вот там дверь у нас где-то была. Вот здесь, справа. Чтобы пройти подальше. Так, разрезаем. Блин, мышь, ты чё меня так пугаешь? Так, разблокирован чит. Что-то где-то я нашел и куда-то я прошел. Должно быть, это лифт, о котором упоминал Рики. Тут в смысле столько этих дверей еще всякими ромбами, не ромбами, потом то есть запоминать это, надо будет сюда возвращаться, сюда идти. Заперто. Ну так, вот да, у вас здесь Music Studio. Заперто. Great. Ну вот, снова началось. Да, там опять все показывает. Так, и куда это я вышел? Ну куда-то я вышел, куда-то пришел. Так, это я, получается, в смысле, все-таки прошел. Похоже, тут у нас выход. Заперто, ну еще бы. Так, а вот эти вот двери. Так, это у меня куда-то проход все-таки. Здесь вот кассета есть. А, ну она так. Бутафорская. Понедельник, 19 марта 79 года. Мысли о войне, размышления и анализ. В прошлом месяце исполнилось 7 лет со дня окончания войны. Полагаю, сейчас самое время поразмыслить о том, как она повлияла на нашу жизнь. Думаю, не ошибусь, сказав, что война встревожила весь город. Нас призвали к оружию во имя справедливости, патриотизма и защиты угнетенных, но казалось, что был ложь. А за ней скрывался ужас реальности, о которой вдребезги разбили все наши светлые идеалы. Мы покинули свои дома героями и вернулись в них убийцами. Эта трагедия заставляет задуматься вот о чем. Должны ли нас вообще заботить такие категории, как правильно или неправильно, или, как говорится в одной популярной детской передаче, дружелюбно и недружелюбно? Мы же осознали, к чему может привести такой догматизм. Возможно, ответ нам была некая высшая цель, абсолютное добро, что стало бы нашим маяком в бушующих водах этого мира. Но ведь именно такими понятиями о высшем благе обычно оперируют во время войн. Возможно, пора отказаться от старых идеалов, поискать другие источники надежды. Не может ли быть так, что если мудр тот, кто живет для себя? Понятно. Так, тут у нас что? Еще один лифт. Не работает. Все, я понял. Так, то есть в этой комнате у меня вообще ничего нету, да, здесь такого? Ё-моё, а у меня даже места нету. Надо найти ящик для инструментов, туда что-нибудь повыкладывать, тут очки выложить. Так, а здесь что? Сюда тоже можно пройти. Ё-моё, а! Чё началось-то опять? У вас там вообще нормально всё, нет здесь? Так, ладно, я сюда вернусь. Сверху сейчас посмотрю, что есть. Что же сверху есть у нас? Записка. Да я видел записку. Так, я вернусь сюда. Ребята, я просто пытаюсь найти место, где мне наконец сохраниться, закончить ролик. Потому что пора, я вот бегаю и не могу найти место, где сохранить, чтобы следующий
выпуски пойти все попроходить. Вчера, который я выложил этот ролик, посмотрите обязательно, правда, он нифига не собрал. Что за? Да ты чё, чё это за фигня такая? Нет, я так с вами не играю. Вот, не понимаю, почему не смотрите, игра довольно-таки интересная. Что это еще за чудовище? Мне она как понравилась. Зашла, кстати, еще скоро выходит в NAF Ruins. У нас выходит 25 июля, по-моему, во вторник. Так что можете написать, стоит ли мне его проходить или нет. Так. Это, видимо, бомба точками у меня. А где? Где мне сохраниться-то? Алло! Я реально не понимаю, куда мне пойти, чтобы взять и сохраниться просто. А я могу на лифту назад уехать, например? Или нет? Или только я могу быть там, где я могу быть? Что это за... Могу быть там, где я могу быть? Что я вообще несу? Пунктуация. Туда, видимо, как раз пунктуация залетела, вот они все и разэтывались. У меня и инструментов нету, маски надо, в смысле, что-то и так далее. Что-то куда-то надо применять, что-то как-то надо делать, что-то надо где-то как-то сохранить. Так, реально, я могу уехать вниз на лифту? Или я не могу вниз на лифту уехать? Я по-любому же могу вернуться в старую локацию. Фига себе, там вот эта фигня теперь. Как-то так. Так, дай-ка я попробую, проедусь. Да, ездит. То есть я могу, в принципе, дойти до того места и там со спокойной душой сохраниться. Раз уж здесь я не знаю где, и это, возможно, долго я буду искать это место. Возможно, я просто его где-то пропустил, прошел мимо него. Та-та-та-та-та-та-та. Вот, ребят, если вам нравится My Friendly Neighborhood, не забываем поддерживать, конечно, своими лайками, ребят. Комментиками. Подписываемся на канал. На Рутубе, на Дзене, также везде. Надоел ты мне. Я сейчас каждый раз вот так мимо него еще ходить буду. Замечательно, в смысле, еще раз на него потратиться тогда придется. Вот, отсняли больше часа. Напишите, ждете ли FNAF Ruins. Стоит ли его начинать снимать при выходе? Но я думаю, что кто-то, конечно же, ждет. Как-никак, DLC на новый FNAF. Ну, на этот, на FNAF Sister Location. Так, все, вот здесь сохранится. Но по-любому сверху где-то было место, где я мог спокойно вот это все сделать, в смысле, взять и сохраниться. Но я не нашел. Вот, как-то так. Все, ребят, на этом все. С вами был, как всегда, был я, Леха Сметик. Всем отличного настроения, всем отличного лета, всем удачи, всем пока. Давайте, ребят, увидимся, до встречи. Все, всем покеда! Пока!